Привет, с вами канал Майермоси, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Привет. С моим подписчиком Падшая Лиса по-другому. Видео будет лагать только на записи, а так у меня вживую не лагает. Я его буду троллить. Вот так вот. Она выживает. Это типа спидранер и какое-то там привидение. Так, один. Давайте начнем отсчет. Один, два, три. Нет, я не дам. Это выживание. Я тебя трогаю. Ну что, давайте начинаем. Давайте. Гейм. Все. Нас нету. Она нас не видит, да. Она нас не видит. Ха. Она нас не видит. Ха. Так, давайте посмотрим. Давайте прямо ее лицо посмотрим, что она делает. Бегает, да? Она, я так понимаю, просто бегает. Серьезно? Просто бегай. Зачем? Зачем ты бегаешь? Зачем ты коровку убиваешь? А? Зачем? Не надо коровку убивать. Не надо, не надо. Не надо. Не надо, жалко. Жалко, жалко корову. Ладно, мы сейчас это исправим. Так, я это исправила, она сейчас к водичке подбежала, да? Давайте, мы напомним, что я могу вещи выдавать. Я могу и если захочу, буду давать вещи. Так, где это она, интересно? Ой, давайте к ней тпхнемся. Так, она сейчас березку добывает, да? Понятненько. Так, давайте, нам нужно зелье невидимости. Ну и броню надо снять, наверное. Просто зачем она мне? Так, давайте вот 8 минут. Так, факел уберем, нам сейчас не нужен. Так, сейчас все, я невидимый, да? Ага. Ой. Так, где же она тут? Ага. Стукнем. Стукнем. Поломаем. Она меня спалила. Обидно. Обидненько. Блин, у меня столько хлама в инвентаре. Давайте берем это все. Кирку сюда, меч сюда. И зелье невидимости опять же возьмем. Нам не надо, чтобы оно нельзя, чтобы оно кончалось. Где же ты? Так не пойдет. Не, ну так нереально, ну не пойдет.
Давайте мы сейчас перепрыгнем сюда. Да, уж дерево необычное, совсем прям реально необычное. Давайте мы сейчас дадим топорик. Каменный топорик. Так, эй. Стой. Стой. На топорик. Блин, да что ж такое-то?